В субботу на юге Кузбасса переменная облачность, осадков не ожидается. В воскресенье похожая картина погоды. Геомагнитное поле Земли спокойное. В Прокопьевске в субботу ночью плюс 5, плюс 7, днем 11-13 градусов выше 0. В воскресенье ночью плюс 6, плюс 8, днем до 17 градусов тепла. В Осинниках в субботу ночью плюс 6, плюс 8, днем 11-13 градусов выше 0. В воскресенье ночью плюс 5, плюс 7, днем до 16 градусов тепла. В Мысках в субботу ночью плюс 6, плюс 8, днем 10-12 градусов тепла. В воскресенье ночью до плюс 7, днем 15-17 градусов выше 0. В Междуреченске в субботу ночью плюс 6, плюс 8, днем до 12 градусов тепла. В воскресенье ночью плюс 5, плюс 7, днем 15-17 градусов выше 0. В Шерегеше в субботу ночью до плюс 6, днем плюс 9, плюс 11, ветер умеренный. В воскресенье ночью плюс 5, плюс 7, днем 13-15 градусов выше 0. В Новокузнецке 29 мая ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью плюс 7, плюс 8, днем до 14 градусов выше 0. Ветер переменный до 12 метров в секунду. 30 мая та же переменная облачность, температура ночью плюс 6, плюс 8, днем до 18 градусов тепла. Ветер переменный, умеренный.